Всем привет. Добрый день. Привет. Есть ли у вас какие-то вопросы там по предыдущим семинарам к ценам? То есть вопросов вообще нет. Все понятно. Пока домашку не выдали. Ну, ее, да, скоро выдадут. Мне кажется, не сегодня, но к выходным или на выходных. Ну, и домашка-то до сих пор ожидается 4. Но третья домашка, мне кажется, будет интереснее, чем предыдущие. Поэтому готовьтесь. Звучит пугающе. Ну, там не то, что пугающе, но просто, скорее всего, домашка будет реализовать какую-нибудь архитектуру для детекции объектов, вот, и обучить ее. Ну, пока что, да, в идеях это YOLO-1 реализовывать. Давайте обсудим, что из этого влияет на количество обучаемых параметров. Размер свертки. Padding, pooling, stride, patch norm. Так, ну, давайте обсудим. Адель, давай ты будешь отвечать на вопросы. Размер свертки влияет или нет? Как ты думаешь? Ну да, размер свертки, конечно, влияет. Это получается размер фильтра. И вот этот фильтр там 3 на 3. Если 3 на 3, то, по-моему, 9 обучаемых параметров. Да? Или нет? Ну, как бы, ну, у нас размер фильтра, получается, количество входных каналов на kernel size, ну, в квадрате, если он там квадратный. Вот. И у нас таких фильтров будет сколько, ну, каналов на выходе. Ну, и плюс там байс — это тоже по каждому каналу, который на выходе. И да, по сути, у нас количество обучаемых параметров зависит от kernel size в квадрате. И как раз, ну, наверное, вам рассказывали, почему не используют свертки там 11 на 11. Ну, то есть в первой нейронной сети люди использовали свертки, у которых kernel size был там 1, ну, 15 вроде бы, ну, 7 точно было. Вот, а потом от этого отказались. Вам рассказывали, почему отказались? Или потому нет? Что выгоднее по параметрам было хранить две маленькие свертки, чем одну большую? Да, то есть как бы... Ну, зачем использовать большие свертки? Хотелось смотреть на большие участки изображений. Вот. Но потом люди поняли, что если две подряд свертки 3 на 3 применить, то вот как раз вот этот receptive field, он будет примерно такой же, количество параметров будет сильно меньше. Вот. Поэтому, да, сейчас в современных архитектурах редко кто-то использует, наверное, никто, большие свертки. Вот. Потому что количество параметров растет, а толку от этого не сильно много. А дальше паддинг. Ну, паддинг, мне кажется, не влияет, потому что мы просто заданное число вставляем на края. Ну да, то есть как бы это просто мы входное изображение как-то изменяем и никак не будем влиять на количество обучаемых параметров. Дальше пулинг. Пулинг влияет на 2, ну, уменьшает. Почему? Так, пулинг — это же когда мы свертку
разделяем на области, чтобы увеличить, как бы разделяем на области, получается, что-то, по-моему, свертка становится в два раза меньше, и так мы увеличиваем поле восприятия. Не, пулинг — это типа нелинейность для свертки. То есть мы берем какой-то там квадратик, который мы указываем, и есть там всякие разные пулинги. Макс пулинг, average пулинг. И вот получается в этом квадратике из пикселей мы берем максимальное число, ну и записываем его в следующую как бы фичи-мэпу. То есть это штука, чтобы сделать какую-то нелинейность и еще сильно, ну, понизить ну, такой вот, размер картинки. Ну, а почему на 2? Все равно не очень понятно. Мы же берем не 2 пикселя, правильно? Мы же берем больше пикселей и оставляем только один из них. Ну, мы берем квадратик размером там 2 на 2 или 3 на 3, ну, как мы зададим его. Вот. И потом, получается, из них берем там либо средние, либо... Ну, вот, все равно получается отношение 1 к 3 или 1 к 9. Ну, количество обучаемых параметров у пулинга нету. То есть никак не влияет. Да. Вот. Так, да, давайте, что там еще есть. Это у нас был пулинг, теперь страйд. Как страйд будет влиять на количество обучаемых параметров? Ну, собственно, страйд же мы не обучаем никак, это же просто шаг, который мы заранее задаем, поэтому он, ну, никак не влияет вроде бы. Ну да, для там конкретной операции свертки никак не будет влиять на количество обучаемых параметров. Ну, потому что это просто как бы как перемещать нашу, ну, вот эту вот штучку, которая фильтр называется. Ну вот, и тоже не будет, получается, меняться количество обучаемых параметров. Patch-norm. Ну, patch-norm влияет. Он а как? Количество обучаемых параметров на 2, но вот не помню, на 2 для батча одного или для одного выхода. Ну вот, когда вы пишете patch-norm 2D, вы какое число указываете туда? То есть у него же есть какой-то параметр, когда вы там инициализируете его в нике? Ну, у него изначально же есть тут сдвиг, ну, как коэффициент, которым он умножает то, что получается, да, и сдвиг. То есть, по крайней мере, 2 параметра, да? Да, 2 параметра, это получается как раз, да. Ну, ты правильно говоришь, сдвиг и дисперсия. Угу. Но когда мы пишем в нике, то мы какое число ему подаем? Ну, выходы, скорее всего. Да, число выходов. А почему? Потому что он старается масштабировать все выходы всех слоев, чтобы они были примерно одинаковые. Ну да, то есть у нас, получается, эти 2 параметра применяются, ну, каждому выходному слову, слою, то есть как бы он по каждому слою нормирует, ну, и перенормирует потом с помощью вот этих гамма и бета. То есть у нас количество параметров — это 2, потому что на каждый выходной слой их 2 умножить на количество слоев. То есть если там тут вот будет 128 выходных слоев, то количество параметров — 256. Вот. Угу. Так. А чем patch-norm у нас на инференсе и на трейне отличается поведение? Ну, вот этом инференсе, наверное, если я вас правильно понимаю, мы просто задаем среднюю дисперсию, просто рассчитанную. Ну, то есть это автоматически ничего не обучается. А на обучении он сам подбирает. А как он подбирает сам и как он задает автоматически сам? Очень такой, ну, ну, автоматически, ну, просто как бы по существующим данным подсчитывает. Просто подсчитывает. Как подсчитывает? Ладно, я сдаюсь. Но обучаемые параметры не обучаются на... Ну, в работе, очевидно. Угу. Ну, то есть, не остались тесты? Ну, с теста, конечно. Ну, трейн, точнее, извините, пожалуйста. Вот у нас есть трейн, на нем обучаемые параметры, и дальше они остаются, ну, как фиксированными. Ну, да, там как бы
на трене вроде бы экспоненциальным сглаживанием эти параметры запоминаются. Вот тут вот это написано. Ну, экспоненциальное сглаживание — это когда я с каким-то коэффициентом беру предыдущее значение и прибавляю текущее значение тоже с каким-то коэффициентом. Вот. И по сути каждый там, ну, патч я беру и вот эти параметры обновляю на трене. А потом на валидации я вот эти параметры использую. А почему экспоненциальное сглаживание, если нет экспонента? Ну, экспоненциальное сглаживание, если как бы расписать там, получается, первую итерацию, потом вторую, третью и так далее, то, ну, три шага назад будет в экспоненте это значение затухать. А, ну окей, хорошо. Можете еще раз повторить? Ага, договаривайте. Ну, то есть, вот можно там расписать, что вот у нас, ну, на первом шаге у нас нету предыдущего значения, на втором у нас будет вторая вот такая вот формула, на третьем мы уже будем учитывать, по сути, ну, все предыдущие значения вот этого вот x, new. И третье значение будет, ну, в экспоненту раста меньше, ну, экспонента в степени сколько шагов. Ну, вот этот вот, по сути, коэффициент, чем текущий. Короче, я не знаю, как это объяснить. Давайте сглаживаем. Ну, как бы это используется вот и во всяких вот атомах тоже все с помощью... Это, ну вот, как бы экспоненциальное сглаживание всегда вот такая вот формула. Ну вот как мы тут и видим. То есть один минус коэффициент на текущее значение и коэффициент на предыдущее. Ну, без разницы, где один минус ставить. Ну вот, и как раз если мы будем вот рекурентно записывать, то она будет выглядеть примерно так. Вот, и тут получается вот эта вот степень. Блин, я где-то видел хороший пример, где показывается, почему там экспоненты. Я найду вам, потом скину. Ну, просто это нужно посидеть, написать вот так вот несколько итераций, и станет понятно. Ну, и экспоненциальное сглаживание у нас очень много применяется во всяких временных рядах. Ну вот, это прям была очень долго суперсот алгоритм в Time Series. Ну, получается, вот еще раз, что на инференсе, что у нас на обучении. На обучении мы берем и считаем вот эти вот параметры, которые, ну, средняя дисперсия по текущему бачу. То есть вот у нас есть бач, мы берем, по нему можем найти среднюю дисперсию. Это у нас будет, ну, какие-то там параметры, получается. Назовем их там вот x с крышечкой. И мы их применяем к этому бачу. И так каждый раз, и у нас есть еще какие-то переменные, которые мы как-то по-другому называем, и мы их обновляем по вот этой вот формуле с коэффициентами. То есть мы получаем какое-то текущее среднее, мы знаем среднее там на предыдущих шагах. Но, по сути, мы знаем вот это вот среднее агрегированное. Вот, и мы обновляем его всегда. А на инференсе у нас, может быть, не будет бача. Ну, то есть не обязательно инферить бачами. Приходит там вообще один элемент. Поэтому вы не можете банально посчитать вот эту вот среднюю дисперсию по бачу. Ну, потому что бача может быть не... Ну, может не быть. Ну, и вообще странно как бы что-то считать новое на тестовой выборке. Вот, поэтому вы берете вот эти вот значения, средние и дисперсию, и как раз с помощью них, ну, считаете выход. Так, понятно примерно? Ага, все, супер, отлично. Ну, тогда, наверное, мы можем начинать переходить к сегодняшнему семинару. Вот, мы сегодня будем говорить про рекуррентные нейронные сети. Ну, то есть вот... Какая логика вообще основа за этим всем стоит? То есть мы хотим работать с текстовыми данными. И какие задачи нам нужно для этого решить?
мы должны как-то взять и STR перегнать в эмбеддинге, ну, то есть в чиселке, вот, потому что с чиселками компьютер умеет хорошо работать, а с STR ему не очень приятно. Вот. Дальше, когда мы получаем вот эти вот эмбеддинги, мы хотим как-то брать и агрегировать информацию и учить эти эмбеддинги так, чтобы там, агрегируя информацию, мы что-то понимали. Вот. И получается, вам должны, наверное, были рассказать про stack-to-stack задачи. Ну, sequential to sequential. Вот лекция как раз должна была у вас быть, как я понимаю, вчера. Ну, или там когда-то. На прошлой неделе была, да. На прошлой неделе, отлично. Вот, и вы понимаете, что такое как раз ну, лингвистическая модель? Ну, наверное, очень громкое заявление, но в целом какое-то общее представление имеет. Да. Ну, то есть, как бы, что вот вообще хочет человечество от всего этого? Человечество хочет так, чтобы вы в поисковике писали «привет», и вам брали и дописывали какие-то слова. И вот вы задумывались, а как поисковик это делает? Ну, притом он достаточно часто угадывает, а когда не угадывает, то там все начинают кидать там какие-то мемы ВКонтакте. Ну вот, на самом деле все это вот делает лингвистическая модель. Пока вы набираете слово, оно берет и постоянно инферится. Вот, и сегодня мы хотим придумать вот что-то такое. То есть мы хотим обучить модель, у которой будет, например, три символа, которые вы ввели, она будет вам генерировать следующие возможные ну, символы так, чтобы вам нравилось больше всего. Логично, что нужно хотеть, чтобы вам нравилось больше всего. Нужно брать там и как бы, ну, самое вероятное, притом обучаться желательно под вас. То есть как бы вы взяли, ну, вот это тоже, не знаю, идея файн-тюнинга. То есть у вас есть очень классная лингвистическая модель. Лингвистическая модель, она просто берет и прочитала все тексты этого мира и может говорить там, с какой вероятностью после этого слова будет идти это слово. Притом лингвистическая модель, ну, зачем вообще нужны люди, которые там занимаются NLP? Ну, потому что всегда разный домен. То есть там у программистов один домен. Вот, у там, не знаю, какой-нибудь гуманитарного направления, скорее всего, другой. И разные, ну, вероятность слов после там каждого. И хочется под каждый домен делать свою лингвистическую модель. И в таких вот больших организациях, в принципе, всегда есть люди, которым этим занимаются сейчас. Ну вот, мы хотим взять и обучить лингвистическую модель на текстах Анны Карениной, вот, как я понимаю. Наверное, да. Вот, да, тут это и написано. Так, сейчас понятно, что мы будем делать. Или не очень понятно? Ну, это вот... вроде понятно, да. Угу. Это... Какие у вас есть идеи, как мы это будем делать? Ну, то есть вот у вас были лекции, вам рассказали про там рекуррентные сети, про вообще sec-to-sec задачу и как рекуррентные сети помогают там что-то делать. Ну, sec-to-sec — это там самая стандартная задача, это машинный перевод. То есть у вас есть там один текст, вы хотите взять и нагенерить другой текст, который будет там переводить этот. Ну вот, и перед вами ставят вот такую задачу — обучить ну, модель, которая просто будет вам генерить следующий символ по тому, что у вас уже есть. Как вы это будете делать? Подразумевается, что мы архитектуру пишем сами, импортируем что-нибудь, что уже есть. Конечно, пока что мы все делаем сами. Пока мы еще не знаем такие вещи, которые мы заимпортим, и будет все хорошо работать. Вот, это вам расскажут, наверное, через одну или две лекции. Вот. Вообще, что взорвало мир NLP. Так, ну мы что, возьмем Анну Каренину эту несчастную, предобработаем ее, да, токенизируем. А вот если как бы мы будем брать и получается, ну, каждый символ, то есть нам нужно брать, так, кинезировать каждый символ. Ну, это немного странно, но мы же хотим... Ну, вот когда мы пишем вот так вот в поисковик, то он же нам предсказывает именно там посимвольно, Даша.
не то, что слова, то есть он вот по первым там трем символам предсказывает другие этого слова. Вот, поэтому мы хотим именно вот тут вот на уровне символов дальше генерить тексты. Хм. Ну, да. Я думаю, что это символами просто, ну, как сказать. Да, по факту модель не меняется или нет? Это странно. Да, ну давайте тогда... Как будто бы изначально слова несли какой-то смысл, а отдельные символы не то, чтобы их, ну, несут какой-то смысл сами по себе. Ну, это да, но вот сейчас мы будем как-то с этим работать. Ну, вот как раз мы будем делать токенизацию, но только теперь для символов. Она намного легче, чем для текстов была до этого. То есть мы берем множество всех символов в нашем тексте. Вот, дальше мы из него делаем tuple. Вот, и нумеруем. То есть мы берем и там нолику сопоставляем какой-то первый символ, единицы и так далее. Ну и потом делаем обратное, как бы преобразование. И можем взять и закодировать текст посимвольно. Вот, и то есть теперь у нас вот каждое вот это вот число, оно значит какому-то символу. Ну и символов у нас очень много, потому что там есть всякие там слэшены, циферки, буковки, там точки с запятыми. Ну, то есть... На французском там есть? А, я не знаю, на самом деле. Я не особо смотрел этот текст. Вот. Так, что мы будем делать дальше? Ну вот, вообще, какая... Что хочется сделать? Вот даже есть схема того, что тут может представлено быть. Ну, рекуррентная модель. Вот. А зачем? Ну, то есть, вот, а вообще, как генерить следующий символ? Ну, как я понимаю, наша задача вот взять как бы на конкретном символе иметь вектор состояния, и его, ну, это вот будет часть, которая типа энкодер. Часть, которая декодер, из этого символа состояния будет разворачивать, что можем получить дальше. Нет? Я что-то путаю. Ну, тут еще нету энкодер-декодер, вот, ну, да, идея такая, что мы должны как-то агрегировать всю информацию о предыдущих символах, ну, потому что логично генерить следующий символ, зная весь, как бы, контекст предыдущих, а не только, там, текущий символ. И для всего этого очень классно подходит рекуррентная сетка, потому что у нее как раз есть внутреннее какое-то состояние, ну, вот этот вот hidden embedding, вот, это как раз то, что мы сагрегируем по предыдущим символам. Есть там код, это, ну, текущий наш символ, то есть что будет после этого. И получается рекуррентная нейронная сеть, она генерит следующее скрытое состояние, ну, вот, и генерит, ну, и мы по нему, по сути, решаем задачу классификации, а какой символ следующий будет самый вероятный. Вот. И, по сути, ну, вот тут вот это изображено. То есть у нас на вход, ну, вот давайте мы рассмотрим второй блочок. То есть у нас после предыдущего есть какое-то скрытое состояние. Вот. И есть новый символ. Но новый символ мы будем делать, ну, one-hot encoding. Мы тут не будем применять какой-нибудь non-embedding. То есть мы не будем учить embedding для символов. Это не особо, короче, сработает просто. Вот. Поэтому мы будем каждый символ one-hot вектором держать. Вот. Мы подаем его сюда и скрытое состояние. И тут, получается, появляется новое скрытое состояние, по которому мы уже решаем, ну, задачу классификации. Какой следующий символ нам показать? Так, надеюсь, это понятно. Теперь мы хотим взять и написать функцию, которая делает one-hot encoding. И я предлагаю делать это вместе. Вот, ну, то есть, что мы хотим делать? Мы хотим взять и на выходе получить вот такую вот матрицу. То есть мы подаем вот такой тензор, а на выходе хотим получить вот такой вот тензор. Что мы для этого будем делать? Ну, надо посмотреть, сколько всего есть возможных состояний токена, да? И сделать каждый токен заменить вектором с размерностью сколько всего токенов, где на каком-то месте это единичка. Вот. Угу. Да, согласен. Ну, то есть, давайте, да, писать код. Ну, получается... Ну, это у нас что, тензор?
Ну да, тут на вход подаются тензором. Ну, давайте one вот вектор какой-нибудь. Ну и сначала я все нулями, конечно, заполню. Ну да. Это логично, потому что и больше будет. Угу. Так, и какой размер будет у этого тенсора у нас? Ну, так же, как у исходного. Можно просто исходного сайта взять, кажется, так это делается. Исходного. Сейчас. Размер исходного умножен на количество уникальных токенов в этом исходном. Угу. Ну, вот как бы... Один? Есть специальная команда. Сейчас я скажу, как она называется. Я посмотрел до семинара. Вот. Даже открыто у меня в другой вкладке. Секунду. Вот, замечательная команда, которая берет и как раз считает число там всех символов в тенсоре. Ну, тут очень фиговые примеры. У всех уникальных символов, правильно? Как я понимаю, да. Ну, то есть вот тут вот мы можем брать и писать вот так вот. А, ну окей, да. Вот, и он, да, посчитает количество, ну да, уникальных, по сути, символов во всем тенсоре. Ну, и по второй размерности у нас как раз будет... Ну, длина вот предыдущего. Да, это вот у нас, ну, vocabulary size. Да. Вот так. А это разве не на первой размерности должно быть? Да, короче, NAML, он не уникальных символов, а он, как сказать там... Ну, количество элементов в тензоре такое же, как в предыдущем. Просто каждый элемент будет подлиннее, как количество уникальных символов. Вот. Мне кажется, что вы, наоборот, местами как будто поменяли. Сейчас, давайте посмотрим. Это можно проверить, да? Что вот эта вот штука выдаст. 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Чёрт. Ну да, так все же правильно. Да. Просто nLabels у нас 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну то есть как бы у нас вот тут вот в тензоре, который мы подаем, у нас не обязательно будет символы из всего vocab size. Ну то есть вот. Да, да, да. Поэтому нам нужно, получается, вот тут вот как раз генерить пока под каждый символ уникальный в там бче, которому мы будем делать one hot, каждый вектор. Но вектор должен быть vocab size. То есть вот тут вот у нас как раз размер вообще всех, ну, количество всех уникальных символов, а тут получается то, что именно в данном тензоре нам подается. Вот, ну, и тут мы сделаем какой-нибудь сразу девайс, чтобы он был вот так вот, наверное. Так, надеюсь, это будет вот. Наверное, сейчас это не метод, а просто поле. Так, хорошо, мы сделали сейчас такую вот штуку и хотим взять и, получается, заполнить единичками. То есть я хочу взять и тут вот по всем... по всем вот этим вот строчечкам. Это у меня получается от нуля до там скольки-то, скольки. Ну, наверное, вот это вот shape.0. А зачем мы пытаемся заполнить все единичками? Ну, мы хотим заполнить единичками вот то, какая циферка тут стоит. То есть вот что мы считаем... Я понял. Просто как бы подаем на адресацию сам этот элемент, получается, мы адресуемся к... нужные ячейки в нашем. Да-да-да, то есть мы хотим, да, сделать примерно такую вот штуку сейчас.
Вот давайте мы нагенерим наш тензор, какой он сейчас имеет вид. То есть у нас сколько всего вот тут вот символов уникальных было, это первая размерность. Вторая — это vocab size. Это вот мы сейчас сделали вот этой вот строчечкой. Теперь мы хотим на нужное тут место поставить... Единичку, да. Для этого как бы я беру и бегу по вот этой всей размерности. То есть ну, я хочу вот брать вот такой вот слайс. То есть по первой размерности у меня будет тут вот 0, 1, 2, 3 и до сколько тут вот по этой размерности элементов. Ну, в этом плане 6 тут вот. А тут я, получается, хочу брать и вот этот вот тензор, он у меня вот такой вот. Я могу его взять, вытянуть. Вот. Ну или там view какой-нибудь написать, минус один. И как раз тогда, ну вот давайте... Сейчас. То есть у меня теперь вот на этот индекс, вот тут вот, ну представьте, то есть у меня вот это вот сначала 0 будет, тут 3. Потом это будет 1, это будет 5. И я, получается, на место вот по этой размерности 1, а тут вот на размерность 5, буду ставить единичку. Вот так. Ну да, это понятно. Так. И это еще не все, потому что вот давайте мы возьмем, сделаем вот так. Вот да, теперь. Сейчас. То есть ванход, тут мы будем... Тоже вход. Нет, тут мы будем как раз вот эту вот штуку. Вот эту вот штуку. И распечатаем вот это вот. Так, что-то не то. Потому что тут надо... все-таки вот так вот же делать. Ну, то есть мы тот, который вот мы получили. О, вот. Вот это вот мы, по сути, хотели, да? Сейчас тогда мы тут все поправим. Range. Так, а теперь нам хочется взять и это еще разбить по бочам. То есть как бы сделать решейп какой-нибудь. Так, и reshape. Какой reshape мы хотим сделать? Получается, по первой размерности, сколько у нас было первоначально вот тут вот? Сейчас, тут какая размерность у нас? Тут же он трехразмерный, и при том первые две размерности, они такие же, как вот у этого. Ну, то есть у нас вот будет вот так вот reshape. Тут, получается, надо tuple указывать. Shape 0, shape 1. А по последней размерности у нас будет nLabels. Сейчас. Вот так вот, да. Ну и давайте мы снова возьмем и проверим то, что мы получаем. Вот у нас было вот это. Теперь мы хотим сделать такой reshape. И вместо вот этого вот нам нужно такое вот подставлять. Ну и тут unlabels у нас 8. Угу. Видите, получаем то, что нужно. Так, понятно, что тут происходит. Ну да. Все отлично. Тогда мы смогли написать вот такую вот штуку. Теперь мы будем формировать бочи. И тут мы тоже сами должны писать код. Но давайте прочитаем, как мы это будем делать. У нас, получается, есть просто сплошняком текст, который вот мы тут закодировали в чиселке каждый символ. И мы хотим взять и идти вот таким вот окном, ну, окном
получается по вот высоте, если рассматривать как тут, размером batch size. Ну, то есть вот тут вот у нас batch size 2, и еще хочется взять, и чтобы каждая штука была одной и той же длины. Ну, вот это касается обычно предложений, так делаю, то, что предложение у нас каждое там свое длины, вот, и мы хотим всегда обрезать одну и ту же. Вот. Тут все так же. Поэтому мы будем пытаться вот это все реализовать. Давайте прочитаем, что нужно сделать на каждом шаге. У нас каждый патч содержит NM символов, где N — это количество последовательностей, то есть как раз batch size, M — длина. Это как раз вот это вот sequence length, сколько мы будем вот так вот брать в ширину. Потом мы хотим получить количество бачей, вот, и обрежем, чтобы у нас лишних каких-то там символов, которые не влезли в вот такую вот замечательную структуру, мы их выкинем просто-напросто. Вот, как мы это все будем делать? Мы хотим взять и получить, сколько у нас символов будет в одном баче, да? Секунду. Бач. Как мы это будем считать? Ну, это batch size у нас будет умножить на sequence length. Но тут еще sequence length. Он будет у нас сдаваться прям там сейчас как batch size sequence length 50. Давайте на всякий случай возьмем плюс один, чтобы там, ну, потом было легче, точно ничего там не сломалось по индексации. Вот, это у нас количество символов в одном че. И мы хотим обрезать текст. То есть вот мы узнали количество бачей, так, сейчас, это у нас вся длина символов делим на количество бачей. То есть у нас n batches, это всего символов, это у нас len вот это вот, мы целочисленно делим на вот это вот. Так, это количество бачей. Теперь мы знаем количество символов в одном баче, количество бачей. И мы хотим весь этот текст взять и обрезать по ним. То есть мы хотим взять и первые вот эти вот символы. То есть вот так вот, да? Но только не так, а вот так вот. Понятно тут, что происходит пока что. Теперь мы хотим взять и зарешейпить, чтобы у нас был тут вот batch size. То есть мы сейчас взяли и из вот этой вот последовательности обрезали сколько-то там символов, чтобы у нас тут вот выстроилось в такой вот столбик размером batch size, а мы потом шли нужным окном. Ну вот мы хотим это сделать. То есть мы просто возьмем и сделаем reshape. По первой размерности у нас будет batch size. По второй размерности у нас будет все остальное. Это мы возьмем, получим вот такую штуку, но у нас теперь будут одинаковое число элементов, потому что мы до этого обрезали. Теперь я хочу идти окном window size. Так, окно window size — это, наверное, как раз вот это вот то, что мы хотим сделать. Давайте. Сейчас. Угу. Мы хотим идти окном
И тут получается брать x и y. X у нас будет, давайте прочитаем, все элементы окна, кроме последнего столбца, а y — это все элементы окна, кроме первого столбца. Так, и что я должен тут написать? X равно y равно. Так, чему равен x? Давайте. Как будем учить то, что кроме первого столбца, наверное, слайс, да. Первого, да. Получается, с первого по последний. Тут получается нам x элементы, кроме последнего столбца. Ну, потому что мы как раз последний хотим предсказать, как бы в будущем. То есть тут мы хотим как раз брать до последнего. Это у нас будет минус второй. То есть вот с позиции, мы идем вот таким вот окном, позиция у нас текущий индекс. Вот, поэтому мы будем брать с нее, дальше позиция плюс, тут вот размер окна минус один, да, по сути? Ну да. Угу. Теперь y. Также теперь у нас все элементы, кроме первого столбца. То есть вот так вот. И тут позиция плюс window size. И еще у нас тут две размерности, batch size, поэтому вот так вот еще, да? Ну, по размерности batch все элементы. Uh-huh. Так. Давайте мы это протестируем, еще раз посмотрим, что тут происходит. Что мы хотим сделать? Мы хотим взять, сформировать батч, чтобы по нему учить вот эту вот сетку. Что должна учить сетка? Она должна брать и решать задачу классификации, какой следующий символ у нас будет. А, поэтому как бы, что мы хотим сделать? На вход мы хотим подавать там, первый символ, а ответом будет для него следующий. Поэтому мы как формируем x? X мы формируем так, что мы берем вот с первого столбца, ну вот тут вот по картинке, вот так вот. Для него y это будет 8. То есть вот для 1 y будет 8, для 2 y будет 9. Это как раз вот все делается с помощью вот этого. То есть тут мы берем все, кроме последнего, а в y мы берем все с шагом 1. Поэтому тут вот у нас плюс 1. И мы делаем из всего этого генератор. На прошлом семинаре мы уже поняли, что это просто штука, у которой есть вот так вот метод next, и он будет каждый раз брать и следующий батч нам показывать. Ну, тут мы его заново генерим, поэтому он всегда будет одно и то же показывать. Но если потом мы возьмем и вызовем еще раз, он покажет нам следующий батч. Сейчас. Ну, вот это вот через два бача, потому что два раза вызвал. Угу. Так, отлично. Теперь мы как раз снова все оборачиваем в всякие торч-классы. Датасет. Ну, тут вот, наверное, не очень хорошо так делать. Вот, но мы берем и в датасет кладем генератор, который вот каждую итерацию будет просто, ну, просто вызываться. Вот тот, который мы написали сейчас. Так, теперь мы хотим брать и как раз нашу модель заимплементить. То есть у нас теперь есть все данные, и мы хотим брать и с помощью там предкретной сетки, а именно LST, предсказывать следующий символ. Угу. Давайте тут еще раз прочитаем про структуру модели. У нас будет LST. Тут какие-то у него будут параметры. Дальше еще мы потом хотим решать задачу классификации. То есть мы хотим взять, навесить softmax, вот там какой-то linear слой, чтобы в количество классов перевести. И между linear и LSTM мы еще dropout поставим на всякий случай. Вот, и сами будем инициализировать начальное состояние для нашей LSTM-ки, ну, которая вот внутренняя, которая вот так вот будет подаваться.
понятно, да, что происходит? Или не очень? Да нет, вроде бы понятно. Ну, давайте посмотрим. О, тут за нас все написано. Что мы будем делать? Ну вот сразу вот так вот это плохо делать, хранить там, например, все уникальные токены в модельке. А почему так делать не очень хорошо? Ну, потому что потом хочется эту модельку там использовать и скидывать другу. И моделька, когда я весь как бы там вакап пихаю в нее, он занимает достаточно много, ну, места, когда там, ну, такие уже большие словари, там 10 тысяч, вот. И мы это все храним внутри модели, и когда мы там ее сохраняем, мы должны это тоже как-то сохранить. Поэтому обычно вот это вот все там, как перегонять из инта в... ну, элемент нашего словаря и обратно, это делают датасетом, как бы передают именно уже с датасетом. Но тут для удобства в учебных целях написано внутри класса. А потом мы создаем наш LSTM. Вам про LSTM рассказали на лекции. Давайте вы вкратце мне скажете, чем так хорош LSTM. Ну, вот там есть несколько рекуррентных сетей. Есть там какой-нибудь ГРУ, есть LSTM. Чем они отличаются? Ну, у нас его как-то быстро очень отличается. Вам рассказывали про краткосрочную и долгосрочную память. Да, было, но... Ну, вот это, как я понимаю, самая главная фишка LSTM. О, вот, да, видите, Хаббард тоже так думает. Картинка есть, интересно, тут. Пошаговые картинки. Так, ладно, давайте, вот она. Вот, наверное, вам показывали слайд с этой картинкой. Да. Угу. И получается, ну, вообще главная идея, да, что есть какая-то краткосрочная память, это там символы, которые были прям недавно. Ну, не обязательно символы, там любые токены, которые были недавно. Вот. И есть долгосрочная память, которая именно там хочется, чтобы она прям сначала-сначала еще помнила, что там было, какие токены... а не забыл после следующих двух. Вот. И это все реализуется вот такой вот штукой. Как это делается? Ну, тут вот на как бы... Ну, получается, тут скрытое состояние — это как раз наша долгосрочная память. Вот тут вот CT-1. Вот. И мы, получается, берем и подаем наш новый вход. А вот это вот интересно, что такое странно. Вот это, да, давайте смотрели. Вот, мы подаем новый вход, и как бы мы новый вход как-то сразу там через сигмоиду и перемножение в долгосрочную память кладем. Потом мы с ними тоже какие-то тут вот, ну, обучающие линейные слои, скорее всего, проводим. Тут они просто не нарисованы. Вот, и тоже долгосрочную память. И, по сути, вот у нас есть... ну, как бы, out, потом долгосрочная память, она пробрасывается вот тут вот как скрытое состояние с учетом вот этих вот всех преобразований. И именно следующий символ — это как краткосрочная память. Ну, я тоже не в идеале владею как бы тем, почему именно там краткосрочная, тут долгосрочная, но основная идея LSTM именно в том, что вот он как-то умеет агрегировать и текущие символы, которые недавно были, и те, которые были очень давно. Лучше почитать всякие, да, статьи на Хабре, вот, потому что, не знаю, в жизни это не особо полезно на самом деле, понимать, где по схеме там, что происходит. Но, наверное, чтобы решить тест, который у вас будет в декабре, советую это узнать. Вот.
Что мы будем подавать нашему LSTM? Мы будем подавать размером, ну, как бы, нашего словаря, по сути. Давайте сейчас. Давайте прочитаем, что он тут у нас принимает. Ну, да, вот LSTM выглядит вот так вот. И у нас на вход получается размер скрытого состояния, размер того, что у нас будет подходить вот, от, вот тут снизу, количество слоев, потому что у нас LSTM может вот то, что на выходе у нас было на этой схеме, это будет рассматриваться как input size, вот hidden size у него будет новый, и второй слой LSTM. И так мы будем как бы ну, рекуррентные сети стапить друг с другом. Это тоже понятно, как происходит примерно. Или нет? Ну, вроде бы понятно. Да, хорошо. Дальше patch first — это то, что у нас первая размерность, и идет размерность бача. Ну, обычно его там всегда нужно указывать, потому, ну, default known false, но советую вам всегда размышлять как batch, ну, batch first first, потому что в картинках это примерно всегда так. Ну и как-то с текстом тоже уже привычно, что первая размерность — это именно batch size. Дальше dropout — это как раз между слоями LSTM, когда вот мы стекаем, мы можем взять и еще внутри ставить dropout, и он тут встроенный, просто как параметр передается. Ну, по дефолту он выключен. Вот, и у нас еще есть bidirectional, это то, что у нас в два направления будет LSTM применяться. Это все гиперпараметры. Вот мы будем сдавать. Input size у нас количество уникальных токенов. Ну, получается, вот как раз мы будем embedding такого размера давать, backup size. Потом тут unhidden мы его передаем. Как-то мы его узнаем, когда будем инициализировать модель. Количество слоев в модели у нас будет, ну, дефолтно 2, то есть 2 слоя будем стакать друг за другом. Сделаем какой-то dropout между слоями, ну и поставим вот как раз вот этот флажок, что у нас в batch size первая размерность будет. Потом мы после LSTM хотим сделать еще dropout, линейный слой, и потом решать задачу классификации. Как выглядит forward всего этого? Мы применяем нашу LSTM. То есть у нас вот новый какой-то там токен подается, скрытое состояние с предыдущего как бы, и мы засовываем все это в LSTM-ку, она выплевывает нам следующее вскрытое состояние, и получаются вот эти вот векторочки, которые будут в output, ну, в LSTM-ке. Ага. Теперь мы берем и применяем к вот этим вот, получается, выходам dropout, который мы тут инициализировали. А потом мы все это делаем view в размерности, то есть у нас вторая размерность будет скрытая в слое, а первая — это все остальное. Еще тут есть какая-то магическая операция contiguous, не знаю, я, честно, не до конца всегда понимал, что она значит, но как бы точно понимаю идею, то, что у нас есть вот торч, и он как-то хранит тенсоры. И если вы писали на каком-нибудь языке не питоне, то вы задумывались о том, как все это хранится. Вот. И как бы двумерных массивов в жизни не бывает в компьютере, бывают одномерные, вот, все. Ну, то есть память — это просто как вот такая лента. Ну вот, и просто двумерный массив — это какая-то абстракция, как мы его понимаем. Ну вот, и получается, некоторые творческие операции, например, там transpose, они вообще никак этот тензор не перекладывают. Они просто меняют какую-то метаинформацию о тензоре, как в следующий раз его читать. Ну, то есть там обычный тензор считаем слева направо, там transpose, он просто будет какими-то вот скачками идти. Вот. И чтобы потом сделать view у такого вот тензора, нужно сделать вот такую вот команду. Примерно так общая идея. А потом мы делаем fully connected слой, который у нас будет как раз на выходе размер всего нашего словаря, и будем решать задачу классификации.
Так, и мы еще должны, чтобы все это запустить, сгенерировать вначале наше скрытое состояние, потому что когда вот у нас первая клеточка, то у нас нет еще скрытого состояния тут. Вот, и мы это будем делать просто взяв и вот так вот проинициализировав параметр. То есть у нас вот тут будет, ну, сколько слоев, дальше размер бача и скрытое состояние. Это как раз вот... ну, размерности hidden у LSTM-ки. Ну, и мы тут перебрасываем на девайс все это. Так. Надеюсь, тут что-то понятно. Теперь мы хотим взять и написать нашу Lightning-модель, которая будет инициализировать то, что мы сейчас вот создали, ну, и прописать все обучение этого чуда. Сначала у нас скрытого состояния нет, потому что мы вот на первой клеточке находимся. Лосс у нас кросс-энтропия. Напоминаю, что мы не используем тут softmax в конце, вот в форварде, потому что вот тут вот он уже встроен. То есть сюда нужно передавать логиты, и внутри он уже будет все считать. Оптимайзер мы используем Adam. Дальше получается количество у нас символов. Это количество уникальных токенов, потому что токен у нас это символ batch size, там sequence length, мы просто как гиперпараметры все задаем. Что у нас будет происходить на шаге обучения? Мы, получается, будем брать и из нашего дата-лоудера брать batch. Давайте поймем, как бы, как мы это будем делать. Вот мы создадим наш датасет, вот тут вот, и сделаем дата-лоудер, да? Ага. И возьмем следующий элемент. Next у дата-лоудера. Нужно еще сделать из него, да, фильтр. Ага, и он будет выплевывать нам x и y. X и Y. Как мы делали раньше до этого? Какие размерности у X и Y будут? Угу. У нас будет размерность 1. 128 — это batch size, и 256 — это размер нашего one-hot embedding. И вот эта вот размерность 1 нам не сдалась тут. Вот, поэтому как бы в силу реализации мы тут даже, ну, наверное, это называется костылить. Вот, мы берем и делаем сквиз нулевой размерности. Ну, это вот к вопросу, там, что код на семинаре, он идеальный. Ну, вот в идеальном коде вообще не нужно делать команду сквиз, потому что если вы делаете команду сквиз, то где-то до этого вы как-то, ну, не очень хорошо, наверное, с размерностями поработали. Ну, и unsqueeze на самом деле тоже. В идеале хочется от них... отказываться. Ну, unsqueeze еще более-менее, там, чтобы удобно посчитать, но и то у каждого метода есть там флажочек keepDimsTrue, который берет, сохраняет размерность, поэтому если вы там какие-то агрегирующие операции, там, min применяете, то вы можете ставить этот флажочек и не делать потом какие-то вот эти вот unsqueeze, которые добавляют на самом деле непонятности в ваш код. Вот, так что вообще никто вот не спорит, что... это не best practices, но для понимания вот так вот мы засквизили. И получается, мы подаем наши модели. Ну вот, мы делаем как раз one-hot еще вектор, потому что тут у нас еще не было one-hot вектора. Мы делаем one-hot вектор, который мы написали вот нашей командой вот этой вот. То есть мы подаем вот такой вот патч. Тут не вторая размерность, не длина нашего one-hot вектора, а длина нашего окна, которым вот мы тут вот идем. Я перепутал, извините. Потом мы из этого делаем как раз one-hot вектор. И теперь вопрос. Какая размерность будет после вот этого вот слоя? Где он? Я потерялся. Вот тут вот. То есть давайте после вот этого, ну, для x будем рассматривать, вот x. У нас так, размерности. Мы убрали первую размерность, да? Просто, ну да, то есть... Угу. Вот так вот, да? Да, 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 что-то такое. Так, а тут что у нас будет?
Тут, наверное, надо еще прибавить количество уникальных элементов, да? Ну, у нас же теперь каждый элемент — это вектор длиной количества уникальных элементов. Угу. То есть вот так вот, да, будет? Ну да, да-да. Ага. То есть у нас, да, тут будет трехмерный тензор, и это как раз то, что хочет принимать в себя LSTM. Ну, вот на вход вот тут вот. LSTM всегда принимает трехмерный тензор. Не знаю, ну, когда вот я начинал что-то делать в NLP, для меня было просто, ну, на самом деле, взрыв мозга. Ну, вот с картинками на самом деле намного все понятнее. Потому что, ну, вот первое есть batch size, потом есть количество каналов, ширина, высота. И даже он четырехмерный, этот тензор, но интуитивно понятно, что там происходит. Вот что ест LSTM, я не мог понять очень долго. Потом как бы я понял, что вот LSTM, она всегда выглядит вот так вот. И поэтому первая размерность у меня всегда по дефолту batch size, она вот везде такая. Потом я хочу передать размерность, сколько у меня вот будет тут размер окна, который будет есть LSTM. Но LSTM, он есть embedding, ну то есть какой-то вот one-hot вектор. Но он не обязательно one-hot, он может быть взять и для каждого токена, ну, быть получен с помощью там NN embedding, как в прошлом семинаре. Это как раз будет добавлять третью размерность в LSTM. Поэтому важно, что когда вы что-то будете подавать в LSTM, оно должно быть трехразмерное. Есть еще такая штука LSTM cell. Это одна клеточка сети LSTM. Вот. И там как раз у нее нужно подавать, ну, получается, три штуки. Это как раз вот input, там долгосрочная память и краткосрочная память. Ну, вот эти вот скрытые состояния, как раз, ну, tuple из двух векторов. Вот. Но тут у нас input, он двухразмерный, потому что это batch size, она как раз вот размер эмбеддинга, потому что у нас нету размера окна тут. Вот. Так, надеюсь, что-то понятно. Давайте вернемся дальше. Что мы делаем, ну, в шаге обучения? Мы вот тут вот взяли, сделали наш батч в нужном виде. Потом, если у нас нету скрытого состояния, то мы генерим это скрытое состояние. Ну, генерим мы скрытое состояние, просто тут рандомно, ну, даже не рандомно, а нулями, заполняя вот эти вот вектора. Их тут tuple, потому что у нас как раз есть там H0, C0, которые скрытая и долгосрочная память. Все мы сгенерили. Еще раз делаем зачем-то tuple из этого, хотя вроде бы мы возвращаем его, ну, ладно. И теперь мы подаем просто нашей модели все это. Она у нас возвращает наш output. Это как раз вектор, который логитов для решения задачи классификации. Мы вспоминаем, что Y мы предсказали так, что у нас для вот конкретного X на том же месте Y, который следующий. Вот. И мы считаем наш loss. Вот. Ну и у Y мы тоже делаем reshape, чтобы он был соответствующего размера. Так, ну это все по обучению. И теперь мы можем взять и запустить все это чудо. Угу. Давайте так попробуем. Кажись, у меня нету чуда. Как там смотреть-то? Да, наверное, у меня нет куда сейчас. ГПУ. Так. Отключится. Сейчас мы все это попробуем еще запустить на ГПУ. Пока вы можете взять и подумайте, какие вопросы у вас есть. Пока я перезапускаю все это чудо.
Так, вот что-то он начал делать. Ну, вот он считает. Лосс, как мы видим, падает потихоньку, поэтому даже все хорошо написано. Вот. Так, ну и что там по вопросам? Или все понятно? Ну, тут на поверхностном уровне все понятно, чтобы копнуть глубже, нужно посидеть, в код позалипать. Поэтому так сходу тяжело, конечно, кидать вопросы. Ну, хорошо, как вы Ну, то есть, скажете. вроде бы, вот все твои комментарии непонятны, вот, что вы хотите сказать. Ну ладно, давайте тогда дальше посмотрим Да. код, пока тут все это чудо учится. Вот, нам осталось не так уж много. Вот. Мы теперь хотим брать и применять нашу модельку. Ну, логично, мы всегда хотим довести ее до этого состояния, что не только обучить посмотреть метрики, но и потом как-то прикольно использовать. Чтобы это сделать, мы берем, сохраняем модель. Вот, для NLP моделей важно сохранять не только, получается, саму модель, ну вот ее state-dict и там какие-то гиперпараметры, но еще важно сохранять, как вы берете, ну как бы на каких данных она обучена, потому что вот с картинками там без разницы, ну главное, чтобы у картинки было три канала и в принципе все. Вот, а тут важно сохранять вот этот вот matching токена в embedding. Вот, ну и тут мы сохраняем зачем-то все токены, а не matching, но ладно. Надеюсь, потом мы сделаем какую-нибудь хорошую токенизацию, вот, и там сохраним как надо. Так, это мы просто сохранили модели, это вы уже умеете. Теперь мы хотим взять и как раз нагенерить текст. Вот. Что мы для этого делаем? Мы хотим написать вот функцию, которая берет и, ну, генерирует там несколько символов, у нее вот есть модель, у нее есть текущий символ, у нее есть скрытое состояние, и она хочет выбирать из топ-к самых вероятных символов. Почему не выбирать самый вероятный символ всегда? Тут, наверное, вопрос к вам. Ну, потому что тогда вы всегда будете даже генерить одинаковые тексты, тут не очень интересно будет это. Так будет и какой-то элемент рандома. Ну и, скорее всего, там, ну, после каждого символа, на самом деле, следующий символ, ну, много символов идет с хорошей так вероятностью, и поэтому интересно брать и выбирать из них рандомные, чтобы получать всегда какие-то разные тексты. Ну да. Вот. Так что мы будем выбирать из топ-к. Так, что мы будем делать? Мы хотим взять и как раз какой-то получить тензор. Ну, у нас есть символ. Мы хотим взять по нему получить чиселку. У нас в модели есть как раз вот этот вот словарь, который из чиселки получает, из строчки получает циферку, чиселку. Мы сделаем из этого тензор, потому что мы умеем только работать с тензорами. Потом мы сделаем one-hot. Ну, то есть у нас тут будет какое-то вот число, там, например, 63, ну, 64. Это номер символа в нашем словаре. Из этого мы делаем, получается, ну, one-hot encoding. Тут у нас VCAP size dim, да? Вот. Потом мы еще, наверное, ну, прикладываем это все на наш там CUDA. Делаем, ну, у нас тоже подается сюда скрытое состояние. Зачем подавать в эту функцию скрытое состояние? Ну, потому что если мы уже хотим генерить там 10-й символ, то у нас есть скрытое состояние с предыдущих 9 итераций. Вот, если это первое, то нам нужно самим как-то это скрытое состояние будет сгенерить. Вот. Ну, снова тут вот делаем tuple, хотя, возможно, там и был tuple, ну, на всякий случай. Это тоже к тому, что не копируйте код потом в домашке и не удивляйтесь, что не работает, так как, ну, наверное, это важно, вот, но, скорее всего, лучше писать без таких вот штук. Потом мы применяем нашу модель. У нас скрытое состояние следующее и выходной вектор.
Потом мы делаем softmax. Ну, тут вот даже можно не делать softmax, а просто брать и выбирать топ-к самых популярных. Вот. Ну, вот так вот выбираются самые популярные вероятности и номера символов. Потом мы все это делаем сквизим, потому что тут тоже, скорее всего, какая-то лишняя размерность будет. И мы выбираем с помощью вот этого вот распределения, получается, символ, ну, это как NP-random choice, только для... Ну, понятно, чарта. Другого распределения, да? Да, ну, а что такое за мультиномиальное распределение? Давайте прочитаем. А, ну, это просто, да, как NP-random choice. Да-да-да, то есть, как бы, мы вот тут вот задаем распределение, и, соответственно, поэтому мы тут нормируем, потому что у нас тут, ну, вероятности в сумме не будут давать единицу, а так мы возьмем все вероятности, отнормируем на сумму, и они в сумме дадут единичку. Вот, да. Так, мы вот выбираем так вот наш символ, и потом мы возвращаем скрытое состояние, чтобы генерить следующий символ, и мы возвращаем уже строчку для вот этого вот номера. Так, тут тоже, в принципе, все понятно даже. Получается, что поскольку мы генерим по символу, у нас вообще даже не факт, что символы могут складываться в слова, да? Да. То есть в целом это... они могут быть просто буковки с запятыми. Угу. Да. Окей. Ну вот сейчас модель активно пытается избежать этого и учится. Вот, то есть когда она учится, она должна понимать, что там в середине слова запятая – это что-то не то. Вот. Ну да. И потом мы хотим взять и нагенерить текст. Мы снова пишем функцию, которая будет генерить текст. Вот. Мы вначале создаем наше новое скрытое состояние, потому что его еще нету. И потом, ну, начиная вот с Z, то есть мы вот так вот взяли, есть у нас три символа, и мы начинаем к этим трем символам складывать еще несколько. Размером size. Вот. А, или что мы делаем сейчас? Подождите. Так, мы берем символ. Секунду. Берем символ, например, T, и пытаемся предсказать его следующий. А, я понял, мы так вот типа набиваем скрытое состояние наше, ну да, логично, чтобы после Z начать генерить что-то вообще в разнобой, мы хотим наше скрытое состояние как-то подготовить, поэтому мы тут даем какой-то вот текст, вот, и, ну, пытаемся просто вот это вот скрытое состояние из какого-то вот рандома взять и принять через этот текст, чтобы оно как-то уже, ну, запомнило историю того, с чего мы хотим начать, ну, генерить дальше. Вот, и мы добавляем, получается, следующий символ, который вот предсказал после E, и идем и генерим еще size символов, ну, как мы до этого делали. Ну, и потом все в одну строчечку. И я не знаю, о, тут доучилось, давайте тогда сохраним вот эту вот функцию. Sample и сгенерим текст. Давайте 100 символов. И первым у нас будет там... Ну, давайте, Анна, из 5 символов мы будем выбирать самый вероятный. Ну вот, вот что мы смогли нагенерить. Ну вот, тут даже символы складываются в реальные слова. Да, вот. Причем, по-моему, даже все, да? Ну, там в конце, правда, чуть-чуть. Ну, тут в конце, да, потому что я обрезаю. Ну, вот, Ну, смысла не очень много, но, по крайней мере, слова есть. Это да. Ну, вот, и потом мы можем взять и загрузить модель из чекпоинта, который мы до этого делали. И нагенерить еще что-нибудь. Давайте 200 поставим. И Левин сказал, будет начинаться наш текст.
И что он нам нагенерит? Ну, какую-то ерунду нагенерил, вот. Ну, тоже как бы... Ну, что-то в этом, может быть, есть. Да, так, ну... Вот примерно так все это работает. Ну и, скорее всего, в домашнем задании по NLP хочется там вам дать какой-нибудь, ну вот, сект-у-сект задачу, где будет как раз, ну, генерация текста, но с помощью LSTM-ки решите сект-у-сект задачу, генерируя перевод, скорее всего, вот такое будет. Ну, то есть вам нужно повторить ту же логику, только теперь у вас будет там, ну, в генерации не как бы предыдущий там символ, следующий, а то, что у вас будет там, например, ну, токен на английском языке, скрытое состояние, это то, что у вас будет там после энкодера, когда вы LSTM все это прошли, и вы пытаетесь брать, генерить, ну, там, следующий токен, ну, на иностранном языке уже. Ну, то же самое, только, да, переводить. Вот. Так что тоже морально к этому готовьтесь. Морально к этому готовимся. Ну и да, и к третьей домашке тоже. Её же она вот сегодня должна дать, да? Ну, скорее всего, сегодня не дадут, но к выходным, наверное, должен дать. И ладно. Ладно. Так, ну, теперь вы можете позадавать какие-нибудь вопросы. Может быть, что-то там с лекцией непонятно. А в поисковике действительно используется вот такое по буквенной поиск, да? Ну, как не поиск, ну, по буквенной задаче. Ну, скорее всего, да, но я, конечно, не уверен. Я не работал... А как от Яндекса называется штука? Поиск? Нет, ну вот, я не знаю, видели вы такую штуку Балабола. Или нет. Да, вот, но получается, она делает вот то, что мы сейчас делали. Она, да. Это просто лингвистическая модель, которая там генерит что-то. Ну вот давайте нагенерим с помощью балаболы, начиная с этого вот. Вот видите, как долго генерация идет. Да. Там... Может, он на английском не разговаривает? Я просто... Может быть, но... Может, я на русском подать? Давайте сейчас. Ну, конечно, странно, что они не сделали поддержку английского. Ну, давайте вот то, что так сейчас в чате предлагают. Ух, тут сейчас будет нормально так. Вот это да. Вау, прикольно. Это типа этический барьер? Забавно. Забавно, что не распознали. Ну, она, мне кажется, в целом карениную рельсу не воспринимает. Ну, забавно, так сказать. Ну, да, наверное, в Яндексе есть еще команда какая-нибудь антифрода и вот все это, которое борется со всем этим. Ну, короче, как вы видите, что мы можем идти в Яндекс и делать балаболу, потому что пока что она работает все равно не очень. Но это действительно странно. Ну, я не думал, что все так плохо у них. Ну, на самом деле, действительно тяжело инферить большую сетку. Ну, вот. Ну, жаль, что Айда Пушкин не работает так бы. Своих тиньковских NLP-разработчиков мы протестировали.
Да. Ну, по сути, да, люди просто, да, учили лингвистическую модель на текстах Пушкина. Вот. Как-то так. Так, еще что? Какие вопросы? Не знаю, еще, ну вот, на английском меня заставляет, как и, наверное, всех, писать summary, как у вас. Это обязательная часть английского языка, прочитать текст и написать summary. И вот одна из задач NLP, ну, писать summary, то есть, типа, NLP задача берет, читает текст и генерит вам summary на этот текст. Вот, и у меня всегда была мечта, типа, обучить хорошую нейросеть на каких-нибудь учебниках английского языка, чтобы она за меня генерила summary. Но я даже пробовал это делать. Ну, там домашка была просто генерить summary, но у меня в домашке не очень заработало, поэтому я подумал, что нет, я еще не настолько хорошо, да, владею лингвистическими моделями. Ну вот, поэтому... Тогда вопрос по голосовым помощникам. Не знаю, сколько ты можешь ответить. Ну, вот какой-нибудь Олег же, да, есть у Тинькова, как кажется. Uh-huh. О чем их учат? Типа, на каких данных? Я слышал историю про то, как Алису учили сначала на каких-то классических текстах, но было очень-очень нудные ответы. Потом что-то типа на подростковых переписках это было очень бесячие ответы. Вот, может быть, ты знаешь? Не, на самом деле я не знаю. Вот, как бы, где беру данные... И там тоже как-то нужно еще, наверное, фильтровать все это. Нет, ну, я не узнавал, как люди это делают. Вот. Окей. Но там по-хорошему тоже же, так сказать, а если там этап, в который кладут именно текст? Ну, то есть сначала же, как я понимаю, голосовые помощники генерируют текст, который они должны сказать, а потом его озвучивают. Это отдельный этап модели. Да-да-да. Угу. То есть как бы, да, все это делается именно NLP-моделью, а потом просто штука, которая озвучивает это все. Угу. Ну и да, это разные команды делают. Ну, также и вообще, ну, весь спич, то есть там в больших компаниях есть люди, которые просто распознают текст, а потом другие люди, которые по распознанному тексту что-то там анализируют. Вот. То есть спич — это чисто, ну, работа с аудио, не NLP. Вот. Ну да. Но вроде вот в следующем семестре что-то будет по спич, возможно. Но это же все временные ряды, я правильно понимаю? То есть проработка звука в целом. Ну, как бы, наверное, первоначально, да, сейчас тоже нет, там другие подходы, но, если честно, я не очень хорошо разбираюсь именно в спиче, вот поэтому не хочу обманывать. Ну, кажется, что да, сейчас там тоже какие-то супер нейросети все победили. Вот. Ну, как и во временных рядах сейчас все происходит, то есть там тоже сначала были вот всякие экспоненциальные сглаживания, там Арим с Арима, вот, ну, такие статистические модели. Тоже в следующем семестре должно у вас быть все это. Ну вот. Но потом нейросетевые подходы, вот всякое мета-обучение, мета-лернинг, он взял и победил все это. Вот. Ну и там греки проводят всякие соревнования, там, раз в десятилетие они называются, там, M4, Time Series Competition, например. Вот. Ну, там... Василиус Асим... Ну, вы поняли, короче. Вот это вот, да. Ну, да, Маркидакис, ну, люди, которые... Да-да-да, специализируются на вот временных рядах. Они, типа, собирают какой-то призовой фонд и данные, выкладывают их, и там такое, ну, как вот Яндекс.Кап или Kaggle соревнования. Люди пытаются там, ну, выбить какую-то метрику, которую тоже описывают они в описании соревнования. И потом те, кто там выбит лучшую метрику, им приз денежный, но с них там статья, как они это делают. Ну вот, и так происходит обмен такой знаниями в Time Series. Ну и примерно вот каждые 10 лет такая движуха есть. Вот, ну вот M4, он, я не знаю, он на самом деле давно был, потому что... Уже есть M5 точно. Ну вот даже есть на Kaggle. Вот, можно получить $50,000. Вот, нужно просто нажать Join Competition и решить задачу.
Вот. Интересно, какая тут метрика. Ну вот, так что, я не знаю, вы когда-нибудь участвовали в каких-то соревнованиях? Ну, так, в актуальных не совсем. Ну, какой-нибудь Титаник нарешать. Адель, расскажи, какой хакатон был? Что-что? Ну, это был хакатон в университете Австрии, по-моему, университет Вены, для студентов social science. Вот. И поэтому мы подумали, что это хорошая возможность выиграть, потому что social science — это не на ФКН, вот, но оказалось достаточно трудно, но интересно в то же время. Там были данные по банковским операциям, то есть это данные, типа, забыла, как это называется. Транзакции. Да, транзакции. Вот сетевые данные, вот вспомнил, да, сетевые данные и простые данные. Там нужно было делать новые признаки, чтобы потом делать модель, которая предсказывает, окажется ли этот банковский участник активным или неактивным там в течение каких-то лет. Было очень интересно. Вот, машинным обучением, не нейронными сетями. Ну да, там классические ML. Понятно. Ну да, классно на самом деле. Ну, очень популярная задача, потому что всегда, когда вы что-то продаете, вы хотите понять, там, вообще утилизируется это пользователь или нет. Я тоже думал, зачем, но потом как-то мне рассказали, что, ну, вот тоже тратятся там деньги на привлечение, и хочется, например, привлекать, как-то предлагать какие-то акции человеку, ну, у которого вероятность утилизироваться, то есть там, например, если это кредитная карта, то воспользоваться этой кредитной картой. Вот, у которых эта вероятность больше, ну, тем какие-то акции предлагать тоже какие-то, ну, идти навстречу, чтобы тоже задобрить, как бы, клиента. Ну, и поэтому есть, да, такая задача машинного обучения, как там считать вот утилизацию. Ну, классно. Ну, если вопросов нет, то, наверное, на сегодня все. Домашнее задание, надеюсь, появится уже совсем скоро. Ну и там даже вроде бы собираются сделать так, что организатор домашнего задания устроит консультацию через там какое-то время. Вот. Ну, тоже не шокируйтесь, когда вы его увидите. Ну, просто для меня это сильный скачок в плане сложности, но надеюсь, все будет хорошо. Ну да, если что, тоже я в чате буду стараться как-то помогать отвечать на вопросы. Хорошо. Хорошо, ладно. Спасибо за семинар. Да, спасибо. Всем пока. До свидания.